Привет, друзья! Вы на канале Бароша. В сегодняшнем видео поговорим про мифы и заблуждения о кошках, в которые еще многие верят. Миф номер один. Кошки общаются друг с другом с помощью мяуканья. Взрослые кошки не мяукают друг на друга. Они общаются с помощью обоняния, трутся о предметы или оставляют метки. Также в ход идут физические сигналы, такие как положение хвоста. Миф номер два. Кошки не заботятся о людях. Кошек часто считают животными, неспособными подарить своим хозяевам любовь и привязанность собаки. Это заблуждение. Многие кошки привязываются к владельцам и считают их частью своей семьи. Третий миф. Мурлыканье равно счастью. Если кошка постоянно мурлычет, это не обязательно означает, что она счастлива. Кошки мурлычут по многим причинам. Они могут быть голодными, находиться в стрессе или плохо себя чувствовать. Миф номер 4. Кошки не умеют плавать. Большинство кошек умеют плавать. Причина того, что животные не любят воду, им не нравится мокрая шерсть. Она становится тяжелой и затрудняет движение. Также из-за мокрой шубки кошка может переохладиться. Миф номер 5. Все кошки ведут ночной образ жизни. Предки домашней кошки были активными в сумерках и на рассвете. Им нужно было охотиться, а это время суток было идеальным. Современные же кошки склонны к разнообразному образу жизни. Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет много интересного.